Сотрудники КНПЗ тоже вышли на уборку. К делу подошли творчески, полезное совместили с приятным. И субботник превратили в семейный праздник. Татьяна Пудова наблюдала. Вооружившись лопатами, метлами и граблями, свой выходной нефтеперерабочики решили посвятить наведению порядка. Субботник – дело общее и даже семейное. Инженер отдела охраны окружающей среды Анна Булышева на субботник пришла с сыновьями. В большом деле и маленькая помощь дорога. Матвей от работы не бежит, выбрал самую большую метлу. Вот, чтобы было чисто. Видишь сразу, как чисто становится и красиво. Чисто и красиво. Ну ладно. Надо помогать планете. Да я попробую. Попробуй. На субботник вышло около сотни работников КНПЗ. Вообще мы выходим несколько раз в год убирать территорию. Наша территория самая красивая. И мы с удовольствием рады выйти по первому зову и даже проявляем инициативу, чтобы выйти и сделать еще чище, еще красивее наш любимый завод. Мы пойдем дальше убирать родной район, чтобы наши рабочие, которые шли домой, там, встречают родственники здесь. Всегда же приятно пройти, когда все просматривается, чисто, убрано, побелено. На расчистке территории работает и тяжелая техника. Собранный мусор сортируют, он пойдет на переработку, чтобы дело шло веселее, работают под музыку. Хорошее, бодрое, весеннее настроение. Конечно, нужно потратить каких-то 2-3 часа выходной день с утра. По-моему, это ничего страшного, это долг каждого человека. Работы немало. Главной точкой координат для заводчан станет Куйбышевский район, территории, прилегающие к заводу. Обочины, причал на реке Татьянки, улицы и дворы района. Участие в субботнике примут и работники завода, и представители подрядных организаций. Всего 2500 человек. Татьяна Пудова, Сергей Костин, Новости губернии.